Сотрудники отдела ГИБДД Люберецкого района провели открытый урок для учащихся гимназии номер 5. Школьникам напомнили о правилах дорожного движения и рассказали об основных причинах ДТП с участием детей. На мероприятии побывала наша съемочная группа. Этот знак называется «Дети». Его установят около школы, чтобы водитель знал, что там могут перейти дети. Он мог уже заранее снизить скорость. С приходом весенней поры на этот дорожный знак водителям стоит обращать особое внимание. Ведь, как правило, с наступлением теплой погоды на улице выходит много детей. Для того, чтобы прогулки с друзьями и походы в школу проходили безопасно, сотрудники ГИБДД периодически проводят со школьниками уроки по правилам дорожного движения. С помощью специальной транспортной площадки они обучаются навыкам безопасного поведения вблизи проезжей части. За каждым образовательным учреждением закреплен инспектор ГИБДД, который проводит там профилактическую работу. Это не только занятия на транспортных площадках, но и также лекции, викторины, какие-то конкурсы по безопасности дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции занимаются подобными мероприятиями ежемесячно. Во время открытого урока ученики 5 классов показали хорошие знания в области безопасного поведения на городских дорогах и во дворах. Но в то же время юные участники дорожного движения узнали для себя много нового и полезного. Я узнал про новый знак, что ограничение жилой зоны. Я не знал, как он называется и что он означает. И я узнал, что начало жилой зоны ставится во въезде, например, там в какой-нибудь двор или еще куда-то, а конец жилой зоны при выезде из этого двора, допустим. В конце мероприятия всем ребятам вручили дорожную азбуку, с помощью которой они закрепят знания, полученные во время урока. Школьники с радостью приняли подарок и пообещали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Луиза Егиазарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.